уж все ссори то. Ну вот, пуш наконец-то. Иероглифов у нас в команде. Just what I needed. Loading weapon. Китайский товарищ. Чайна. Наш человек. Осторожно, сейчас там сносить будут. Сейчас вот здесь прям будет простреливать. Откуда? С запада? Блять. Ага. Ну с точки прям. Нифига, пацаны, молодцы, уже на точку. Зашли. Блять, сейчас всех покрошат там, пока мы добежим. Все, выбили всех с точки, блин. Hey, указы пошли. Блять, меня через дым просто, блять, снесли, и пиздец. Ну там пулемет, ну. Да сгалило, блять, чувак, через дым. Да ё-моё, что так? Не, на дороге все. Я даже простреливал. Да, толпой заходить прям. Ну вроде уже, ну двое. О, нормуль. Не понял, каким таким образом. Наших двое. Ой, блядь, сейчас эти бомбы прилетят. Дроны летят, осторожно. Наших двое сидело на точке. Чё-то мы слишком, блин, кучно бежим. Ну да. Пойдем чё, справа, блин. Да, там простреливает центр. А, блин. Откуда, откуда? Окно. Ну, с центра там второй этаж, да.
Того, эх, убили меня. Да, пробил. Они по коридорам этим, блядь, слева и справа. Чуть-чуть пойду на второй попробую. Эх ты, блядь. Зашел. А, сука, в конце. Снайпер СВД. Да, блин. Чуть-чуть, блядь, не успел. Я пошел слева. Наш один там на точке, блядь. Оу, щит, сука. Чё-чё-чё? На нас прям. Ну, он уж вышел, короче, правее от тебя на центр вышел чувак, там нас спасет. Развернись и убей его. Ага. Чё за хуйня? Не понял, блядь. Я что-то... Ты своего зацепил просто за ним. Да нет! Я в него слишком много раз попал, а он почему-то не умирал. Как будто, блядь, очень странно как-то. Надо будет повтор пересмотреть потом. Да что ты, сука, сиди там, в конце коридора. Да ты, скотобаза. Лежит там, ну. Блять, три волны. Вертолет надо заказывать. Так ты на центр ушел? Я пошел налево. Давай, жду тебя. Support at this target. Over. О, отлично. Next point, go. Да, yeah, блин. Центр. О, сейчас его нах. Там прострелится эта дорога, осторожно. Эх ты, блин.
everyone, take it. Вот сука, смотри, что сделал. Чё? А, этот пидорас, блядь. Перебил вертолет, смотри, мол, сучок. Да, блядь. Этот снайпер по центру. Да что такое? Надо сейчас на Д пушить по любасу. Угу. Там сидят пацаны наши. Ну. Блять, 160 метров, пиздец. Такой далекий спавн. Эх, блин. Серег, меня с твоей стороны убили. Да-да, я понял. Наверху, по-моему, кто-то над тобой может быть. Прямо над тобой. Да, блин. Ах ты!
Так, что-то, блин, слева идти вообще не вариант. Надо идти справа. Или по центру. Вообще. Убился. Твою мать. Да, блядь. Капец, там всех заслупил. Да что он там лежит, блять, в углу, это пиздец какой-то, блядь. Жесть. Так гранаткой надо таких убивать, Серега. Да. Берешь в руку гранату, заходишь к нему, подходишь с но гранатой в руках. Не, он дальше, дальше, далеко. В том-то и проблема. А, я думал. Пробую ему огонь закинуть, это далеко. Я думал, ты про кого-то лежащего в углу в комнате куда-то, да, зашел. Да. Ну вот он дальше, дальше, там, в следующем. Вот эту зачищай. И следующая справа. Стой, ты справа. За ящиками лежал. Да, убил его. Эх. Да что еще слева? Да что ж ты, блядь, будешь делать? Пиздец там, нахуй надо толпой валиваться просто. Ну, растянуты по всей карте, блядь. All in. Don't sit. Go. Go. Да, блять, еще и подорвал своего. Или нет? Где ты? Fast, fast, come on. Зажарил чувака? Нет, блять. Блять, там этот, сука, лежит до сих пор. Ну, я убил. Да что ж ты там еще один? Да это какой-то пиздец вообще, блядь. Там еще двое сидит, ебать мой хуй. Ух. Ой, блядь, китайцы вообще спорил. Сука. Спорил.
Они, короче, всей толпой в этом здании там как-то рассредоточились. Эти долбоебы сидят, блядь. Я говорю, на точку заходить, они, блядь, сидят. Stop fucking sitting. Go the point. Чё, блядь? Ах ты, сучок, второй этаж. Из окна, блядь, лупит. Минус. Да что ты, блядь. Надеюсь, его срежется от пушки сейчас. Ну там же даже задымили, блядь, запись. Все, блядь, одна волна. Пиздец, они рассосались. Да, заебись. Сдался уже, чувак. Да вот же он. Ну, примерно равная была игра. Слились чуть только под конец. Да, ну хотя начинали бодро. Убийств. Ты посмотри на счет наших. Вообще пиздец был. И на их счет. У них ребята убивают, а у нас что-то умирают в основном. Не, ну мы почти до конца захватили. Все равно последняя, ну, да, точка нам осталась там. Был, ну, вполне вот шанс. Мы сначала начали. Дело-то не в убийствах, ну, а да, дело в том, как ты точки захватываешь. Так в конце просто сиди, начали сидеть. Ну, замышились, блядь. Все слило. Уже? Заебись, там они на машине подъехали. Угу. Жесть, блядь. Ну, сорта еще. Пиздец, нас, а, короче, какой-то жестко застрелили всех тут. Ну, сейчас вот они как бы сидеть надо, чё, мы должны выиграть. Как бы, хули, блядь, сидеть мы умеем. Убивать не очень, правда.
Эх, блин, зашли они, короче, на... Блядь. Со второго этажа, блядь. Они обошли. Я думал, это свои там шароёбятся. Надеялся на то, что на втором, блядь, наверное, наши засели. Хули там, блядь. Не, нихуя никого не было, блядь. Просто нахуй обоих. Да, блядь. Надо рту срочно перед точкой, блядь. Слева вообще разъебали нас. И центр. Все, зашли. Первый этаж. Вот этот закуток. С креслами. Еще заходят, надо гранату. А, все нормально, зачистили там. Справа вроде как начинает выходить. Слева там что-то пытаются вроде обойти. Блять, ну чё вы стояли в ёбаном проходе? Да-да, слева. О, пиздец. Get the flanks. Выставите вертушку. А русский говорит, тут одни русские, по-моему, с нами играют. Да. Граната, граната, Серега, отходи! Живой? Он тебя просит, сука, пол игры, блять, а ты проебываешься. Я уже в чате, это раз восьмой. Обсервер, блять, подойди. Сейчас, по-моему, сверху пойдут. Сучок, в углу, блядь. Где, на А? Да, на точке прям, ну... Как бы с нашей стороны, короче. Бля. Да, ёб, слева. Обходит слева. Да жесть он, блядь, чистит. Вообще жест... О, вот это проеб жесткий. Ну камон, вы чё, блядь? Да, блядь. Пиздец просто, блядь. Выцарапал, так, ну, сука, победу, блядь. От центра выходим, помнишь, как мы сейчас с балкончика закажем туда, прям к ним? Да-да-да-да-да. Да они сейчас хуй пойдут по центру. Там, блядь. Они уже здесь. Так вот уж. Я ж чё и говорил. Так, надо так сесть, блядь. Чтобы их отсечь просто. Надо с флангом угадать. Сейчас прибегу через 4 секунды. Блять. Так, снайпер есть.
Блять, прошли справа от тебя. Да я его снял, я его снял. Ах ты, ёб, слева. Или где там, блять, я чуть не понял. Пиздец. Да, прям... Вообще он просто мимо меня пробежал, блять. Повернулся и убил меня. Зря ты щеманулся туда, а, и справа пробежал. Надо было держать тот флаг, который держал. Да я его снял, он упал там между досок. Здесь на балконах. Да ёб твою мать. Что за реакция у человека такая? Первым сидят. Зашарил его нахуй. Вообще четко. Сидит, блядь, на первом. Да что ты будешь делать, ну? Потерялся, блин. Ах ты, сука. Справа. Вход на балкон, второй этаж. Ну все, сейчас должны зарешать мы. Так вот сидеть мы умеем, блядь. Ну пинг зарешал вообще прям, блядь. Просто я стреляю, убиваю, все заебись. Так, перед точкой надо заказать, блядь. Перед точкой попадем на балкончик, выйдем там. Вот здесь надо выйти, блядь, справа и заказать туда перед точкой. Надо тут. Хорошо, спасибо, найс. Ух, ебать, что это было? А, с первого зашел к нам через центр, блядь. Они с тыла заходят с первого этажа. Прям с подточки получается. Китаец как будто бы на геймпаде играет. Я вот сейчас наблюдаю за ним, он так двигает оружием странно. Че, уже Xbox подъехал? Да нет, он просто, наверное, геймпад подключил и играет на геймпаде. А-а-а. Дофига таких людей, которые играют на геймпадах в 3D-шутере на компьютерах. Это вообще... Вообще, блядь. Не, ну я видел таких, которые играют так, что там ебанешься. Он похлеще, блядь, чем я с тобой вместе взятый играет на геймпаде. Ну это мега задрот. Ну да, там пиздец. Там же aim assist есть. Хули на геймпадах. Угу.
почти уверен. Ну нормально, мы их почти победили, когда надо было атаковать, что гораздо сложнее, чем кемперить. А закемперили мы просто вообще не напрягаясь. Ну могли вообще прям в ноль, а так. Ну, что-то боёб вообще один был там с револьвер там чувак что-то зарешал, блядь. Раз уж он с револьвером был, это значит, что задроченный какой-то чувак такой. Нормально, наверное. Я, кстати, не посмотрел, что у него там за этот. Что за левел у него был. Что-то меня выкинуло. Ты зашел в игру? Да, грузится, да, зашел. О, блин, а что? Я нажимаю. Место есть? Чё за какой-то глюк? Зашел? Не. Не, чё за херня? Что делать? Ты даже в команду не попадаешь, я тебя приглашаю. А ты что-то не появляешься. Иконка не появляется, что ты в команде, в скваде. Че, я, короче, выхожу тогда, получается? Ну, не, я перезайду. Сейчас. Ну, давай. Там, ты сам, кстати, можешь присоединиться в курсе, да? Угу. Отлично. Ёшкин кот. Жду слот. Зашел. Да, блин, нихера себе. Чё ты ждешь? Слот ждал. А. Ага, все, вижу, что ты зашел. Зажарил, молодец. Ух, нихера справа. Расстреливает снайпер. Сука, да что ты будешь делать? О, пиздец, блядь, уже и слева с флангов обошли, блядь, с собой, почему? Yeah.
куда ты, что ты смотришь-то? На точке мяса. Здесь на выходе, короче. Слева и справа срезают осторожно. Да ты пи***. Да что ты, блин. Прям замышился жестко. Тоже, блядь, эксплойтят, чуваки, блядь. Наполовину в камнях он лежит, блядь. Ну да. Туловищем, чё это за, блядь, говно, нахуй. Здесь один на точке сидит. We need to move. Hey, spread out the lawan. Get gas on that spot. Сука, слева, блядь. Да, блядь, где тут про точки-то проход? Ебать его сраку. Пиздец, блядь. Вот она вроде, блядь, 5 метров до нее. Заебешься бежать, блядь, по этим лабиринтам. Что за, блядь, карта ебучая? Где там куда проходы, блядь? Нихуя не знаю. Откуда, блядь? Они-то по второму, по третьему бегают, что ли? Да я, блядь, эту карту тоже нихуя, блядь, играл в нее, блядь, раза 4, наверное. Не знаю нихуя. Блять, смотришь, вроде, блядь, точка за стеной от тебя. Раз дверь, вторая дверь, пятая дверь, десятая дверь, блядь, бегаешь по этим ебучим лабиринтам туда-сюда. А на точку никак и не попадешь, блядь. Да. Зашли на точку. Ну тут-то она такая интересная, ее, да, надо знать. О, лютый вертолет, блядь, сейчас просто будет уничтожать. Ну, у них ноль, блядь, надо просто добить. О! Здесь двое на точке осталось, это беда. Держитесь. Да, сука! Просто лёд, пиздец, лёд, всех убил, блядь. Да-да-да, я успел как-то выжить, блядь. Сука. Ну не отдать, блядь, последний момент, сука, точку, ну. Да-да-да. Ой-е. Кто-то его, блядь, с РПГ-хи зашиб. Четко, слева, прям по центру, нахуй. Прям ломиться, блядь, на точку. По левой вот дороге. Налево, налево, налево. Задымить заодно, блядь, перед точкой. А, Макс, ты где? Блин. Блядь, драгоценные секунды, пиздец. Он там, они уже по коридору. Не лезь, не лезь, не лезь. А все. Не лезь же, сказал, слышь. Да поздно, ну анимация уже пошла залазить. Это хуету.
конечно же, блять. Поближе меня чуть бы кто-нибудь подвез бы чуть-чуть. Чё, катнуть тебя? Не, не, не надо. Бля. Чё, блять, откуда он меня убил? Чё-то подозрительно было сейчас, блять. Меня убил чувак гранатой с неба, блять. Mm-hmm. Так, давай чуть левее обойдем. На вертолет туда за крюченый хресп надо вертолет заказать. Чтобы он их, короче, отрезал. Блять, свали туда. Еще левее. Там, куда ты пошел, я видел чувака. Вот, проскользнул один. Снял его, нет? Нет, не видел. Поближе подойду. Да чё за ботва, блин! Серега, так ты не вовремя под руку мне подбежал, вообще просто. Блин. Чё, блин? Да сука, блядь. Хуя, блядь, через стену меня. Так, где-то есть. Ах ты, блин, короче, слева. В домике из окна с желтым навесом. Посмотри, посмотри налево. Налево, налево посмотри. А, или туда тоже посмотри. Готов, готов, по-моему, ты его через дверь. Налево, налево посмотри, налево посмотри. Вот там вот, да. Там кто-то сидит. Меня оттуда сняли. Может, его уже убрали оттуда, конечно, не знаю. Нету никого. Что-то нет. Ну, значит, нету. Вижу.
А тут этот террористический дух. Меня убили. Да, сука, с револьвером. С десертыглом. С деглом, да. И точку уже даже обошли. Надо, блин, заходить. Срочно. Вызывайте второй вертолет, наверное. Нечего тянуть. Да что-то рановато, не? А, нет, две волны, окей. Две волны, да, нечего тянуть уже, пиздец. Угу. Так, пойдем слева обойдем, закажем. За точку. Он слева, пиздец. Смотри, тут уже стреляют. Давай, 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 пойдем. Да опять что ли он? Ну что за... Опять он, пиздец. Ну, жесть. Тебя тоже убил? Угу. Uh-huh. Блин. Ну давайте, блин. Так, где? Ага. Пойдем, пойдем, пойдем слева. Ох, блять, ебать, слева, слева, прям сильно. Снайпер. Второй этаж. Двухэтажка синяя такая. Или голубая, как и бирюзовая. Да, вот там слева. Левое окно второго этажа. Оттуда меня убили, да. Подержи, сейчас приду. Ну он там за стеной, наверное, в углу сидит. Может его через стену попробовать, ну, да, захуярить. Пиздец, нулевая волна. Поживи, пожалуйста. Надо вер... Блять. Вообще обошел где-то, по-моему, на дорогу. А, еще, да, даже за дорогой чувак лежит. Там же еще левее этого здания голубого. Через дорогу. Да что, откуда, пиздец? Я вообще не понял. Прям прикинь, под двигателем. А-а-а, я думаю, ты вроде за двигателем стоял, тебя с той стороны убили. Чё за ботва? Да-да-да. А он там прямо лежал. О, нифига, заебись, ну. Отлично. Так, теперь надо слева, блядь, я хуй знаю, пройти, прям зачистить жестко. Ну они сейчас оттуда отступать должны уже, если там они еще живые были. Так, надо, блядь, поддержкой запрячь. Подтягивайся. Здесь вот окошечко, из этого окошечка. Нормально не заказывать. Минус. Вот еще стреляет, бля-бля-бля-бля. Живи, где-то есть. Так, живи, живи. Поближе. А, куда, бля? Живи. Живи. Так, надо штурмануть. Сейчас варлоком должно срезать их. Надеюсь.
Скотина. Чё-то слишком метко он стреляет с этих своих подствольников. Да и, блядь. Левый вход на точку, получается, сидит, блядь. Да ебать. Вот тут, блядь. Плохое место. Тебе? Блять. Две волны. Кто угодно может быть где угодно, кобздец просто. Остаться. Где он есть? Где он лежит? Живи. Да, блять. Чё-то это слово походу нельзя говорить. Этот Рокстар охуевший вообще. Подозрительно. Пистолетом с этим, блять. Так, слушай, давай не умирать, давай вертолет вызовем. Да я не вижу, где ты есть. Да я еще не отреспавнился. Стой, там, подожди, блин, не вылази. Держи какую-нибудь позицию. Я прибегу, закажем вертолет и пойдем в атаку. Наши уже прям вокруг точки облепились. Так вот я ж иду, чем сидеть, понимаешь? Я сейчас и могу помочь. Ну одна волна, ё-моё. А, блин, одна волна. Одна волна, чё толку-то, если нам надо на эту работать, на поддержку. Иду к тебе. Так, есть, вижу тебя. Просто неважно, стенки, не стенки, видишь дистанцию, вот держись в пределах. Пиздец, вот видишь, ты куда пошел? Ты пошел никуда. Все нормально, сиди, не двигайся. Не двигайся, пока заказ не пройдет, потом можно все. Все, все, ладно. Да, блин. Да что такое-то? Пиздец. Чего у нас там? Пресинкт. Пускай пресинкт. Прикольная карта вроде.
Alright, they're on their way back. Kick ass, you guys. Station out. А, блин. We need to move, get ready! Okay, wait, hold on! Так, на перекресток дым сразу. Так, надо получается, короче, слева сильно обойти. Выйти, короче, на дорогу. Но там момент такой есть опасный. Надо очень быстро заказать и съебаться с дороги, потому что она простреливает. Все, не вылазит, не вылазит, нет! Ну, теперь можно. Ох, нихера себе, это что это было? Как это он меня убил? Чё за... Скотина, блядь. Сюда мы пришли. Хуйня, блядь, что-то я буду за мешками. Чё за прикол? Блин, ну тут косяк, конечно. Бля, держат они окно здания, в котором я держал. Во дворе подъем такой на лестнице. В правом углу. Там они сидят, суки. Да, блядь. Надо слева, блядь, обходить, чтобы... точку прикрывать. Наши вроде на точке уже. О, давай! Так. Так, где-то есть команда. Да здесь я, здесь. Ба, что-то нифига не здесь. Chemical rounds needed right here. Over. Да, блядь. Слева, блядь. Мочите этих пидорасов. Там они, да, в засаду попали. Ай да молодцы. О, найс, вообще заебись. Скотина. Есть цель тебя убить прям.
потом стреляют, блядь, как будто бы да. Ну я ебанат, бывает такое, блядь. Но это не отменяет этого факта, что я нечаянно кинул. Выехали. Давай, давай, Серёг. Давай. Давай, хорошо. Надо вам, мужики, чё, погнали в Тарков поиграем. Игра так себе, на самом деле. Товарищ. Вот Тарков нормальная, стоящая тема. Товарищ, я так. О, блин, Макс, это ты, что ли? Ёбасота. Я за тобой бегу. Где? Нет. Я вообще не могу, лежу и не могу отспавниться. Все понял. Да блин. Он с тыла зашел, засранец. Ой, трое тут, блядь, четверо, блядь, было. Ну, всем пизды дал. Блядь, зацепил я кого-нибудь гранатой, нет? Это вообще никого, вот сука. О, хорошо, хорошо. Шокера, хорошо, товарищ. Yeah. What does хорошо be? Мужчина, я порвал штанину. Я обосрал шорты. О, обосрал. Это все не важно, еще... заходите на точку. Еще пришли в ванну насрать. Ах ты сука. Пиздец, еще никого не убил. Ты отреспавнился? Еще нет. Отреспавнился и умер уже. Понял. Ух ты, блядь, справа хуячит. Свой. Кидаю дым! Да блин. Сучок, как он, блин. Кидаю гранату! Это он как убивает через дым. Кто? Да хлебный царь. На точку надо, ешкин кот, чё они все так? В
Свой, блядь. Заебись, забрали. Так, Макс, ты... А, ты там? Угу. По центру дальше иду. Получается. Угу. Да ты чё? Капец, я напоролся, блин, чувак, в красной зоне. А я к тебе побежал и тоже в красную зону забежал. Так что ты виноват в моей смерти. Да. Ох, нихера, чуть, блядь, в глаз не попало. С лентометом. Да, блядь. Это почти сжёг. Ух, блядь. Да, еб. Вот, сжёг его всё-таки. Давай, проходи, обходи. Слева заходит. Слева от тебя за углом. Снайпер, где он, блядь, лежал? На первом, ебан. Блядь, снайпер лупит с первого этажа, получается. С подточки слева. Он меня увидел, ну чё за, блядь, хуйня? Всё в дыму, блядь. Силуэт где-то там заприметил мой. Ну, забись.
Да блин, ой. Наряд заебись очень хорошо. Ух, нифига он там, блядь. 360 носков. Все, блядь, пиздец, сейчас ракетные налеты. Не убегай, пожалуйста. Воу, простреливают. Все, сейчас туда ракеты стоят, попадет. Да, блять, второй этаж. Вовремя. Нормально он зашел. Да блин, ну ёшкин. Нормально. Ебаны жесткие. Кого? Еба, хлебушек. А, у меня на поимите новая папка. Ноль фрагов, блять, за всю игру, пиздец, ёб твою мать. Так, теперь наша очередь. Alright, get your shit. Okay. Ну, через дорогу перебежим, там перекроем он просто. Подходы right, все, по идее. Bring the green dude, let's go. Okay, get down. Куда ты? Через дорогу, Макс. Блять, ну что не... Ну что, блять, нахуй ты сидишь там, если ты за стенкой сидишь, пиздец, блять. Ты держишь, блять, улицу или ты не держишь, нахуй, нихуя. Сидишь там, блять. Нахуй ты там сидишь, блять. Чтобы я, блять, когда перебегал, чтобы меня сняли. Да ебаный ты в рот. Вот, нахуй, в башку и выстрели ему. Хули он там сидит, блять, просто так. Так, только меня обходить начинает. Меня убили, блядь, когда я улицу перебегал. Так это вначале надо было делать. Да там, блядь, сидят, нахуй, улицу держат, блядь, что-то они там держат, нихуй поймешь, блядь. Нихуя никто не держит. Дурачок, в тебя стреляют. Так в смысле, там в самом начале раунда перебегаешь и все, и отрезаешь улицу. А потом-то как бы, да, все. Не бывает такого, что все. Ну они уже как раз к нашим позициям подошли. От, блять. Там как раз вот, слева, ну, в смысле у нас справа, они прям толпой обойти решили, но вроде не вышло.
куда нам дробники? МП-40. Пуш! Да, let's go! Ну, пиздос. Так, ну теперь чё, призыв, тихо пытаться. Здесь по 40 вообще топ. Бля. Красная зона, блядь. Машина наша. Молодец. Я не знаю, с двух шотов убивает, да? Да это имба за пистолеты. Только скорострельно скажет жалянь. Ебать, они на точке уже. Ай, маленькая. Куда он смотрит, ёб твою мать? Наверное. На точку зайдите, пожалуйста. Да там нету никого рядом, идем, идем. Да надо улицу перекрыть, хули толку на точке сидеть. Ну пулеметчик, блять, ну это пиздец вообще. Да ёб твою мать! Блин, меня бесит вот это. Хочу посмотреть, хочу бежать и смотреть это. Сейчас. Я всем выхожу всегда. Как убрать, пацаны, не знаете? Ты тоже что ли нас слышишь, новая тапка? Почему это что, бал? Или не бал? Баг, баг это. В новом патче обещали поправить. Да блядь, что за хуета, блядь? Пиздец, блядь, мне ни одного фрага нахуй за всю игру, ебануться, блядь. Чё за говнина, блядь? Я только прибегаю, блядь, куда-то, меня сразу же убивают, что за... Нас ещё обошли. Я все время, блядь, бегу в гущу, сука, своих, блядь. И каждый раз, когда я добегаю до кучи своих, меня убивает, блядь, какая-то крыса, которая сидит, которую, блядь, вообще никто не видит. Я хуею, блядь. Ну ты не тем классом играешь. Заебала меня эта хуйня. Да при чем здесь класс? Класс, не класс, я тебе говорю, я бегу, блядь, туда, где толпа своих, понимаешь? Смотрят все во все стороны, я забегаю, блядь, и прямо посреди них сидит, блядь, чувак, до которого никому, нахуй, никакого дела нету, блядь. О, класс вообще. Все, блядь.
Вроде, блядь, не днище совсем. Команда, ну чё, я ничего не понимаю. Чё за хуйня? Так, блядь, чуть-чуть. И... как раз та точка, которую мы... которую мы и не взяли в прошлый раз, надо как бы попробовать ее удержать, эту точку. Ой, ебать, пиздец. Понял, у нас есть командор. Да ёб твою мать, красная зона. Отсюда они пойдут, ну правильно, значит я все встал, чё-то да. Я в ВДВшке, мне вообще плохо. Да, блять, надень ты противогаз. Блять, там свои не туда. Ебать, там сносят вообще. Там, да, там улицу забыл, тебе скажу. Да чё, блядь, они уже на первом. Хотя наш вроде на первом лежит там. Так вот я ж чё и говорю. Это жесть. Уже жестко. Позорная, блять, игра, пиздец, нахуй. Ну, уже справа хуярит вообще. Виннер, чикен, виннер.
Ну откуда? Ну как так? И чё? Вот я, блядь, я нихуя не понял. Вот, блядь, вся толпа бежала и видела, что сидит, блядь, там справа снайпер. И чё, блядь, все пробежали дальше, и всем похуй. Он там как лежал, так и лежит, и никто его не пошел, блядь, и не убил. Ну это какой-то пиздец, блядь. Так он всех убил, в смысле? Да как он в смысле всех убил, блядь? Ну, в прямом. Всех, кто бежал, и все, все сдохли. О, вот так вот, блядь. Ну вы тут, конечно, лежачие, ползунки. Тебе дойти. Сука, блядь, ну. Что он там уже с пулеметом, блядь? Ну вот где этот? Да что за хуета? Ну он, ты зашел же за мной, блядь. Я же тебя видел. Почему туда забежал враг, блядь? Как так-то, блядь? Ты че, блядь, вообще пиздец какой-то. Люди вообще, блядь, не соображают, что надо делать, кого, куда. Зашел, ушел, блядь. Чё, пиздец, блядь. Чё это было, блядь? Это... Что это? Да ёб твою мать, нахер я побежал? Чё к чему? Почти. Хотел его чисто напоследок забить, все равно потому да, что у него игра. Да, мы уже проебали, ну да. Нас хули. Ну, хотя 6 волн, в принципе. Нужно осилить так-то, но это хлебный царь вообще пиздец. Чего твоему бать, чтоб ты в такие игры играл? В смысле? Ну, ты вырастешь долбоёбом. А ты уже, видимо, вырос, да? Да, это уже все, со мной все потеряно. Не надо, не надо грубить. МТ, пацаны, МТ, пацаны. Нормально все. Я все, что-то вообще, блядь, последняя игра, блядь, отстой, блядь, мега говняный был. Нахуй. Настроение тут же пропало.
Да не, просто уважение, просто от команды многое зависит.